Перед заседанием, уже по сложившейся традиции, глава муниципалитета поздравил депутатов, которые в июле отметили свои дни рождения. Не менее приятным моментом стало вручение памятной медали «Патриот России» Вячеславу Кирееву. Награду депутату передал Михаил Солнцев. После торжественной части приступили к рассмотрению основной повестки. Депутаты обсудили увеличение доходов бюджета района на 2017 год, передачу нескольких объектов и земельных участков, вынесли уточнения по границам Подушкинского леса, приняли изменения в архитектурно-художественном регламенте и порядке внесения платы за рекламные конструкции. Еще один вопрос повестки касался кадровой перестановки. Депутатам для голосования была предложена кандидатура нового председателя контрольно-счетной палаты Одинцовского района Никиты Ермолаева. За него проголосовали единогласно. Мила Тарасевич, Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.